Hi, с вами LGGame, и сегодня мы продолжаем играть One Night at Atlantis. Но это не обычное One Night at Atlantis, и это не обычное видео. Ведь в этом видео мы будем играть две игры, наверное, вы уже догадались по названию видео. Да. Две игры в одном видео. Первое будет One Night at Atlantis, второе Slither.io. И вам, наверное, интересно, что случилось с моей вот этой вот рукой. А я расскажу. Короче, на Пасхе, точнее, после Пасхи, кстати, с Пасхой вас, пусть вам там пасхальный кролик придет или кто, я не знаю, что там у вас. После Пасхи я ловил ящерицу. Я ловил ящерицу, и когда я ловил ящерицу, она, конечно, остановилась. Я собирался ловить уже ящерицу. Ящерица мне сказала кое-что. Ну нахер. Отец. Она взяла, убежала, и там была под ней стекляшка. Я взял так, и теперь у меня огромный порез там. Но он уже зажил и такое. И, конечно же, это видео, потому что мы собрали 25 подписов, подписчиков. Подписы — это подписчики. Ну, хватит болтать, думаю. Будем проходить hardboiled. Да, вот. Hardboiled. Ладно. Начали. Давно не играл. И... Тум-па-дум-па-дум. Вообще. Ну... Играем по стандартному. Запутывается что-то сегодня у меня язык. Наверное, давно видашек, потому что давно не записывал. Ого! Слушайте! Вы видели? Так быстро ко мне. Я знал, что ты придешь. В этой игре дерьмово, потому что тут дерьмово. Да ладно, да ладно, да ладно. Сова? Нормально. Клоун? Точно. Очень давно не играл. Очень, очень. 25. Проверь. Я слышал? Нет. А! Окей. 30. Не 35, а 45 был бы, я бы такая 5. Да, 45 проверим сову. Окей, можно и так. Клоун должен скоро прибыть. Где-то... На... После клоуна проверяем совуню. Клоун должен появиться где-то сейчас. Да, молодец. Впрочем, ты меня испугал, мой друг, дорогой. Угу. А, стоп, что? Я хочу тебе кое-что сказать. И тебе кое-что хочу сказать. Ты что, дурак, что ли, мир? А как? Ребята, вот это вот уже что-то на грани мистики. Это на грани мистики. Слушайте. Нет уж. Подавай еще! Не знаю чего. Начинаем опять. Вот это вот уже было на грани мистики. Скажите? Да, музыка, молодец. Пройди. Долбанная.
сова. Одну минуту, я сейчас проверю. Окей. Проверю через... Окей. А! Вы видели? Там пятачок улыбается. Вот! Ого! Кто бы сомневался? Бум. Молодец. Еще я немножко приболел. Клоун. После клоуна проверяем сову. После клоуна. Или нет? Бу! Бу! Да что ж вы меня пугаете? Сейчас брокколи придет. Да, скоро брокколи придет. После брокколи проверяем. Проверяем сову. Окей. Брокколи, я, блядь. Ну вы бы тоже можете являть свои полипы. И брокколи, являйте свои. Молодец, брокколи. Сваливай. 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 Видите, как он тщательно рассматривает своими 10 глазами. Нет. Проверяем в 4. Ты там не было тебя, ты не мог вылезти. Проверяем. 4:25. Или после клоуна. Не, думаю, в 4:25. Ну, чувствую, что меня сейчас подорвет пукан. Окей, 4:45. Ну, можно и сейчас. Ну, после клона и после тебя. И сейчас еще чувствую, кто-то придет. Четыре пятьдесят пять? Конечно. То есть, походит, где-то 50 минут. После того, как сова врезалась. Окей. Теория моя такова. Да, он подтвердил эту теорию. Вот. Теперь ждем где-то 55 секунд. Нет. 55 секунд ждем. Вот, я себе специально поставил этот таймер. И через 50 секунд, 55 секунд мы проверяем.
нашу сову, нашу героиню. Будем мы надеяться на интуицию. Ну и на Редмана. Нет, интуиция не помогла. То есть она полетает через полминуты. Или нет? Нет, через 40 секунд она полетает. Да, вроде бы где-то 2. Да, да. Редман? Нет, не Редман. Быстрее! Ух! Ой, ё-моё! Ё-моё! Проверяем сову. Да, через 45 секунд после нападения она нападает. Вылетает за мной. Да. Получается как-то так. Нет! Нет! Сова уже... Теперь на интуицию. Я не услышал, как из-за этого придурка. Давайте рассчитывать на 28 секунд. Я буду рассчитывать на 28 секунд. И надеюсь, я рассчитал правильно. Ух. 3 часа. О, тебя я давно, кстати, не видел. И? Да, я был прав. А вот сейчас 45 секунд. После того, как она летит. Даже клоун офигел. Так будем продвигаться. Продвигаться к... К не знаю к чему мы будем продвигаться. Надеюсь, ты понял, к чему мы будем продвигаться. Ну, стоп! Спрос! Сова! Отлично. Нет! Ё-моё. Ё-моё. Так. Время, время. Блин, один удар, и мне крендык. Так. Время. Какое время будет? Время будет... Вот. Время будет... 38 секунд. Надеюсь. Блин, как мне страшно. Нет, 45. Да, 45. Отлично. Ух, ё-моё. Ух, ё-моё! Ух, ё-моё! Вот, 45. 45 получилось.
45 секунд должен появиться клоун, за 45 появиться должны какие-то другие чмошники. Да, вот один чмошник. Кстати, вот у тебя 5 пальцев. Да, вроде бы 5. Да, я знал, что ты придешь. Теперь быстрее уходи. Стоп, сброс! Нет? Через 10 секунд. Через 10 секунд проверяем. Через тебя проверяем. Вот, вылетело! Уходи! Ух! Ух, молодежь! Ух! Фух! Вот, 45, баба ягодка. Нет! Ох, рука. Клоун. Клоун. Как меня задолбали клоуны брокколи. Мы продержались до 5 часов. Ай, блин, вроде бы кровь начала течь. Да, начала кровь течь. Ладно, хорошо. А пора переходить к следующей игре. Ну, и мы играем в Slither.io. Пора все же отдохнуть от One Night at Flanker's 2. Как же меня будут звать, интересно? Давайте поищем что-то. Нет. У меня есть нормальное имя. Попец. Подождите. Не понял. Попец. Окей. Play. Мы играем с Slither.io. И посмотрите, какой клевый скин я себе выбрал. Не знаю, мне некоторые говорили, что мы не можем выбрать скин, мы не можем выбрать скин. Я не знаю. Вот там вот видели слева червяк? Вот внизу был слева червяк. Так вот это вот ты, ну... залагал. Я не понял, у нас ник появляется. И залагало. Мы продолжаем. И попец сильно лагает. Так, кто там? Поп-поп-поп. О! Братец под номером 1, его зовут Попо. Поп-по. Попо. 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 Ты что, дурак, что ли, мир? Я не понимаю, что происходит! Вы видели? Что это за читы? Вы видели? Меня невидимка убила! Пипец! Вообще... Молодец, невидимка! А молодцы... ладно, окей. Блин! Попец! Я почти вышел. Короче, что-то у меня не так со слизем. Он лагает. Нет. Вы видели? Опять меня невидимка только что убила какая-то. Может, появился невидимый скин? Вот. Вот тут вот есть. Нету невидимого скина. Наверное, какие-то читы все же. Так. О! О, подожди. А, я понял. Я понял.
вот, все, у меня ник появился. Стоять! Ну что ж ты лагаешь-то как? Короче, мы остановимся на рекламной паузе, и у меня опять залагало! Тебе скучно и одиноко? Тогда посмотри на вот это! О! Ну что ж, а я надеюсь, что вам понравилось. А все остальное скажет вот этого вот собачка. Или вот эта вот собачка. Да фиг его знает. А с вами был LG Game. До скорой встречи, пока!